Всем привет, с вами девочка Лимочек, и сегодня я буду проходить Ice Cream 2. Рождение. Погнали. Тут-то полегче будет. Ну, дайте интро. Вся семья вот. Роличек тут лис. Эй, схватить. Все, заморозил он. Так, теперь начинаем спидран. Будь осторожен, тебя не должны видеть, иначе будут проблемы. Где место, чтобы все... Ну, как всегда, как же без катсцены, блин. Поймаю пухленьких детей. И потом еще больше важно. Все-таки на английском легче петь, чем на русском. Он прям под музыку фургон так поет. Можешь еще вырвал карту, возьми ее как можно быстрее. Да я уже знаю это все. Я же играл в Ice Cream 2. Первое, куда нам надо, в гараж. Блин, катсцен пропустил, но они мне не нужны, это ж спидран. Ищем плоскогубцы. Инструменты, блин, уехали. Куда? Нету. Значит, тут плоскогубцы. Да бери ты кусачки, блин, задолбал. Ну, кусачки никак не может взять, блин, дергается. Дурак, и тебе не может ничего поделать. Так, на кладбище. На кладбище. Нужен спичечный коробок. Все, ждем Рода. Он, по идее, должен сюда идти. Да, вот идет сюда. Я молчу. Отец, ты был моей единственной семьей. Я никогда не встречал маму, но это для меня не именно никак. Мы с тобой были отличной командой. Я всегда хотел быть таким же успешным оружейщиком, как ты. Хотя я бы хотел, чтобы у тебя было больше времени для меня, как для ребенка. У меня было так много проблем в школе. Теперь я старше и могу о себе позаботиться. Со временем каждый получает то, что заслуживает. Разве не так, отец? Так, мультик мы посмотрели, ща... Спички давай роняй здесь. Все, он выронил спичку. Спасибо, что дал спички, Рот. Так, это тут пока спички полежат. Спички, дети, не игрушка. Но ради лис я все сделаю. Так, кинотеатр. Надо парфюм найти.
5 минут уже. Все, ищем парфюм. Мне еще и шестигалочный ключ нужен. Инструменты откройтесь, а? Так, берем шестигалочный ключик. Так, его здесь ложим. Не главное. Кто это дремлет? Слышу кошку. А, это будильник там. Мурчит. Где этот парфюм, блин? Где его спрятали вообще? Это респаун придумали, конечно. Так, корнишоны нафиг мне не нужны. Не только для того, чтобы призвать рода. Так, кубик и игрушка мне не нужны. Опять там будильник никак не заткнуться не может. Так, тут ничего, а мне нужен парфюм. Куда же парфюм дели? Две машины осталось. Вот парфюм. Я его еле нашел, блин. Там опять кто-то дрыхнет. Там. И будильник опять не затыкает. Так, цирк у нас. Да помогу я тебе. Отстань. Задолбал уже. Помогу я ей. Специальный пропуск, говорят, в мусорках сейчас. Обшарить надо все. Тут мусорок больше, чем в кафетерии в первой части. Ну, мороженщика 2 я немножечко подольше буду проходить, потому что уже 7 минут. А даже еще пропуск не нашел. И то первую часть я только за 15 минут прошу. Рот уже задолбал вообще пить. Что он из себя представляет? Пусть идет в музыкальную школу и себе пусть трендит по духу свой. А я today, I get today, а вы кайяние. Задолбался он. Так, классно, чекаю специальный пропуск. Нет, я дам назад за парфюмом. Вот как только я к ней подхожу, она сразу... Так, Майк. What's up, Jay? Как дела, Джей? Есть редкий предмет, который я обнаружил. Конечно, ты знаешь, что с ним сделать. Если ты меня принесешь, я дам тебе его. Превосходно, конечно, я могу с этим что-то сделать. Да, держи. Так, все. Ручку я добыл. Да сейчас я тебе помогу, блин. Такая зловещая музыка сейчас играет. Так, шестигалочный ключ здесь, сейчас буду сюда идти, в канализацию. Дети ведут прохождение уже, а я первую часть за 15 прошел. Так, тут еще кошачий корм мне нужен. Ищем корм кошачий. Чё?
какие, блин, извращенцы какие-то, аля. Кошачий корм, блин, надо было скинуть прям в мусорку. Зачем, блин, не понимаю. Зачем они в мусорку именно положили? Что, протух корм уже или что? Пропал? Ну чё, пацаны, корм пропал. Так, тут вешалка должна быть. Вот она. Бери ты её. 10 минут с половиной её уже прошло. Блин, упал. Блин. Не получилось. Ну, было близко. Я обычно с первого раза туда попадаю. Пробуем еще раз. Да давай, нацепи ты на кабель уже. Что не так? Ты на... Что, кабель дед порвался? Ну, спасибо, блин. Что это за фигня? Почему я не могу... Он на кабель не может зацепиться. Порвется он? Или он не хочет, чтобы не разбиться? Ты же и так, блин, неубиваемый. Да блин, ладно. Спустя 1 год этой чуши я все-таки сюда забрался. Шутка. Только что сейчас забрался сюда минут назад. Потому что он своей жопой пролез и не застрял тут. Тут он здесь лежит, конечно. А, я кошачий корм забыл, чтобы кошку покормить и заменить на кошачий будильник. Уже 14 минут.